Ну окей, так, насколько оно работает? Есть ли звук на стриме? Потому что он вроде должен быть, но хрен его знает, я ненавижу свою звуковуху. И все тому подобное. Все норм, окей. В принципе, если бы все было не норм, то меня бы никто не услышал и никто бы ничего не ответил. Игру слышно? Голос... Окей, с голосом все норм. Но, в принципе, игру должно быть слышно, потому что мой OBS говорит мне, что игру слышно. Ну, в общем, и ладно, продолжаем в любом случае. Если оно будет сразу работать. Я не уверен, что оно будет сразу работать, потому что мне пришлось перезапускать игру. Но, видимо, будет. Окей, отлично. Да, я не могу забафать копье. Точно. Окей. Оу. Я тоже могу бы учить. Наверное, для меня было учить это более хреновый вариант. Потому что свои бьют заметно больнее, чем копье. Упс. Ну, я по нему попал. Хоть что-то хорошее. Ау. Нет. Нет. О, вау, я выжил. Я все еще выжил, потому что он промахнулся. Возможно, я даже подебил? Вряд ли, конечно, но возможно. Нет. Нет, я не подебил. Я почти подебил. Так, секунду. Окей. Ну, в принципе, хотя бы я почти подебил. Копье мне нравится. Хотя, не знаю, мне пика как-то больше нравится, потому что она хотя бы дамажит больнее. И можно ее забафать. Кто-нибудь еще? Ладно, пока что пофиг. Ну, кто-нибудь еще появился. Так что хотя бы это хорошо. Взять Арнштейна? Нету его. И без веры оно как-то не то. Почему я оба раза не попал? Как-то странно. Вау. Нет, нет, нет. Ну ладно. Черт, я идиот. И я труп. Сойдет. Ау. Да, меня все еще можно застановочить копьем. Не копьем, а косой. Копьем, конечно, тоже можно. Но суть в том, что у меня поезда нет все еще.
И это проблема. Окей. А, нет. Почему вот это вот не задамажило? Когда я его ударил, в смысле, а не когда он мне, это задамажило. Даже учитывая, что я блочил, но это потому что огонь. Ну или это потому что, ну хотя нет. Если у него коса на что-то заточено, то... Это потому что огонь, и это потому что у меня копье, которое не 100% блочит, естественно. Окей. У меня два удара, скорее всего, если в блок. С одного вроде не должно убить. Да, действительно, с одного не убило. Ну, это спасло меня от лага, но это, возможно, не спасет меня от смерти. Окей, и... Оба. Окей, сойдет. Я надеялся выжить, но не удалось. Ну, так тоже весело. Трава как-то быстро кончается, ее вроде там 60 с лишним было в начале, хотя может быть 50 с лишним. Но все равно. В принципе, это вроде адекватная такая атака после, ну, с разбегу. Можно пользоваться. Оу. Ладно. Маг с Тауэр Шилдом. Ну или какой-то. С Грейт Шилдом, в общем. Это вроде Игл Шилд, который самый легкий. Упс. Опс. Ура, я подбил. Зачем я это сделал? Ну, в смысле, R2 конкретно. Оно в данной ситуации бесполезно и слишком медленно. Окей. О, попал. Нет. Ура! Я снова подебил. Dead Angle R2. Ну, можно, конечно, но оно слишком медленно. Но тогда. Будет ли вот это Dead Angle? То есть развернуться в момент атаки? Нет, я еще не придумал, какое оружие будет в следующий раз. Не знаю. У меня кончаются адекватные виды оружия. Ну, то есть не то, чтобы кончаются. Но все равно.
Молот Смога, а на него статов нет. То есть двумя руками я его могу взять, но все равно как-то не очень хочется. Оу. Окей, спасибо. Демон Грейт Мачет, вот это вот... Да, блин. Это более интересный вариант. Кто-то опять, что ли, заинвейдился? Да. На меч бездны и копье Арнштейна у меня статов нет. Вообще нет. То есть смогу я хотя бы могу двумя руками юзать, а это вообще никак. Ну и дубина смога, она почти как та дубина, которая в прошлый раз была. Только выглядит по-другому и там по дамагу разница. Мувсет там почти такой же. Ну то есть он не то чтобы совсем такой же, но близкий. Окей. Нет. Окей. Я могу перекатиться, оно меня не становится на самом деле. Ну, по крайней мере, в двуручном варианте. Так что после первого удара я могу успеть перекатиться от второго. Но, в принципе, это не важно, потому что на него остался один удар. Вот этот. Сойдет. Косплей пироманты из изолита. Чисто перчатка и ничего более. Но у нее же посох вместо перчатки. Она посохом кастует пиромантию, по-моему. Или она его просто дропает только. Я не помню. Окей. Ау, больно. Совсем больно.
стамина кончилась. Ура! Нет, не ура. У него пара хитпоинтов. Ну блин, это должно было попасть. И он сам себя убил хаусблейдом. Окей. Сойдет. Оу. Хреново. Оу. Не успею, естественно. Если совсем на краю этой хрени вставать, то можно, наверное, добежать и успеть ударить. Но я не знаю конкретно ее радиус, так что я не могу вставать совсем на край этой хрени. Мне кажется, или удар после переката жрет дофига стамины? Нет. Окей. Ну, в смысле кажется. То есть, да. Ау, нет. О, я попал. Да блин, какого хрена? Я не думал, что достанет. Ну ладно. Что это за меч вообще? Обычный? Или исток? Кристальный еще менее понятен, чем просто так у фантомов. Нет. О. Похоже на исток. Или на рапиру на какую-то, в принципе. О, Dead Angle. И бэкстап сразу же мне на полную жизнь. Окей. Но зато Dead Angle. Так что все нормально. Рапира просто обычная. Окей. Ну окей. Оу, больно. А я как-то не особенно больно бью. Еще и фриза опять.
Ау. Совсем больно. Не попал, жаль. Черт. Я надеялся недостаточно далеко, но, видимо, я неправильно надеялся. Черт. Ну ладно. Не успел перекатиться. Бывает. С рапирой в следующий раз, может быть. Не знаю, с какой-нибудь. Может быть, и не с рапирой. Надо будет подумать. Вашингтон немножко... опасен. Ну, немножко. Ну-ка. Нет. Мне показалось, я могу его стагерить. Ну, то есть, я могу его, конечно, стагерить, но мне показалось, что я это могу делать одним ударом. Нет. Я случайно пнул. Я не хотел. И я подебил. Ура. Меня немного пугает, что у него в руке талисман. Да, вот поэтому. О, я перекатился через воду. Весело. Ура, я подебил. Упс, это не то, что я хотел выпить. Ну, заюзать. Траву я тоже не хотел выпить, я хотел ее съесть. Но все равно. Упс. И кто-то заинвейдился. По-моему, это кто-то был где-то в начале стрима. Ура, я подебил. Окей. Дракон, что ли? Вроде да. Ну, допустим.
Романтия. Пофиг. По-моему, я подебил. Что-то мне подсказывает. Ну окей. Что такое Тесо? Elder Scrolls Online. В принципе, я в бету так и не поиграл, когда она была открытой, но... Ну, то есть она не то чтобы была открытой, но когда там почти всех приглашали. Меня немножко напрягает то, что там и покупать игру нужно, и подписка, и еще и донат. Еще меня напрягает то, что там эти имперцы, которые бонус с предзаказа и все тому подобное. Про геймплей ничего сказать не могу. Я запустил эту бету, когда она была, поиграл, может быть, там минут 15 в первом данже. Он мне абсолютно не понравился, я вышел, и потом как-то руки не дошли еще раз запустить, а потом она кончилась. Оу, больно. Оу. Видимо, у него выбран не тот Miracle был. Ау, был. Нет, нет. Ура! Получилось все-таки успеть ударить. Ау. О. Отлично. Пробил пояс во время каста. Отменил каст. Оу, да, точно. Я забыл об этом. Нет, бэкстаб. Какой ужас творится с камерой при этом.
фризы. Они продолжают меня убивать. Ау. Это уже не фризы. Ау. Ну ладно. Тогда, наверное, на этом на сегодня все. Без интерфейса, может быть, поиграть? Может быть, кстати. Интересная идея. Но тогда я не буду знать, сколько у меня жизни. Как я тогда буду жить. Точнее, вообще, меня больше будет напрягать то, что я не знаю, какой у меня предмет выбран. И заклинание. Ну да ладно. Тогда на сегодня на этом все. На Ютубе это все будет, естественно, завтра-послезавтра, как обычно. Все стандартно. Ну а так, следующий стрим в четверг. Скорее всего, в такое же время, как сегодня. Не думаю, что тоже 2 часа, скорее полтора, как обычно. Ну а на сегодня тогда на этом все. Так что спасибо всем за просмотр. С вами был Вайми. Пока.